Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в Эмирате Шарджа, на месте, где вскоре, ну, что здесь будет вскоре, нам лучше всего расскажет Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Ну, долгожданный, я думаю, видеорепортаж наконец-то, который так долго хотели видеть все наши партнеры, да, в общем-то, и многие сотрудники нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят дела сейчас. Ну, вскоре здесь будет действительно построен инновационный центр SkyWay. И это наша земля, 25 гектаров. Уже идет стройка, причем в разных местах. Да, начало было трудное. И начало стройки затянулось не потому, что мы не знали, не умели, или не было возможности, или не было денег. Все это есть. И было еще полгода назад. Затянулись согласования. Оказалось, что все-таки строить и продвигать инновационный проект в другой стране, с другим менталитетом, это очень сложно. То есть все это время заняли все возможные согласования. Даже то, что мы, например, в Беларуси построили без проблем гостевой домик, так называемый, да, где штаб-квартира, офис стройки. Мы здесь тоже строим деревянный дом, как офис и как штаб стройки. В Беларуси мы это построили без проблем. А здесь нам полгода ушло, у нас полгода ушло на то, чтобы согласовать, потому что законодательство Шаржи запрещает строить деревянные здания. Законодательство. И поэтому пришлось получать разрешение даже у высочества, ну, шейха Шаржи. Пришлось получать согласование у МЧС и пожарных служб не Шаржи, а уже Эмиратов. То есть это оказалось непросто, но все вроде позади, да? И поэтому сейчас, то есть стройку-то мы начали раньше, но активная фаза начинается только сейчас. И вот мы, например, стоим, здесь будет линия, это первая линия, 400 метров, там будет 3 пролета, 100, 200 метров, 100 метров. Так. И мы вообще-то планировали выйти на площадку в сентябре, но вышли в феврале. Ну хоть вышли? Да, вышли, но если опять же подрядчики не подведут, не мы строим, есть подрядчики. То, как я обещал, даже то, что мы начали позже, фактически на полгода, мы можем в апреле уже показать ее. Если не подведут подрядчики, а это не мы, это местная компания, потому что мы не можем с вами работать. Мы можем только консультировать и снять авторский надзор. Ну, главное, чтобы мы свою часть работы сделали вовремя. Нет, так свою-то часть мы сделали. Мы проект сделали еще до сентября. Это огромная работа. Это, если кому-то заказать проектные работы, вот на целый комплекс. То есть застроить 25 гектаров земли, построить там 4 линии, инфраструктуру, станции, вокзалы, депо, будущий институт, университет, да? Планировку сделать, сети заложить. То есть эту мы работу сделали еще к сентябрю. И здесь не Беларусь, где мы могли начать стройку без разрешений, без согласований. Ну там наказывали, ну так, не сильно, так скажем. А потом, да, ну все-таки мы же инвестиции привлекли, мы работаем здесь. Поэтому потом вели как самострой. Там некоторые говорят, вот, они самостроем занимались. Если бы мы согласовывали, как и здесь, то, наверное, бы до сих пор мы еще бы согласовывали в Беларуси. А так, по факту, мы ввели, мы построили по факту, ну и приняли. Понимаете? Ну, здесь другая страна, здесь так не проходит. Да? Поэтому вот мы вот с этими трудностями сталкиваемся впервые и нарабатываем опыт, как работать в других странах. Восток – дело тонкое. Да, да. А где тонко, там вот и порваться, если неправильно, так? Ну, все нормально, все правильно. Вот и тут и наши стоят, и вон там, ну, хозяева это технопарка, это университет, американский университет Шарджи, который построил за свои деньги шейх, ну, его высочество Шарджи, так? И поэтому это, ну, как можно сказать, часть университета на самом деле. И потом у нас здесь тоже будет свой институт SkyWay, где мы будем готовить специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации струнных дорог. И вот мы стоим
там, где будет одна из промежуточных опор. Вот размечен, здесь будет фундамент, будет выкопана яма. Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место не сказать, что вы самое красивое. Да, нет. Ну вот очень красиво, когда мы планировку сделаем, посадим здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будет яма. И вспомните, как я ходил в Мариной Горке по танковому полигону, там бурьян, ямы, пропитано все порохом. В августе 15-го года, да, помню. Ну, три года, да, с небольшим. И я же говорю, здесь будет построено, и оно же построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. А, здесь будет вот эта линия 400 метров. Там придут еще три линии длиной по 2,5 километра. Мы покажем все типы дороги и подвижного состава. И поэтому для этой линии с нашей стороны не было задержек. Мы спроектировали, уже изготовили эту уникальную машину, она принципиально новая, Unicar-T, тропический, в тропическом исполнении. Он уже готов, он уже прошел испытания в термокамере, неделю испытывался при температуре плюс 60. Прошел успешное испытание, сейчас его уже скоро повезут на тестовое испытание в экотехнопарке в Мариной Горке. И после обкатки тестового испытания мы можем уже потом через, ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова. Но это, опять же, это подрядчики, а не мы ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля прихватить уже первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу рельсы, мы откатали их в Австрии, в Вене, и они были готовы еще в октябре месяце. И прибыли сюда на стройку, ждали его. Так, может, давайте на месте и посмотрим? Да, ну здесь вот фундамент, там будет станция Анкинапор, давайте пройдем, тоже посмотрим, да. Там уже, да, яму выкопали. Параллельно дороге будет. То есть параллельно дороге, да, вот здесь, да, будет идти первая линия? Да, это первая стадия проекта. Это, значит, полностью готовый комплекс. Две анкернопоры, совмещенные со станциями по концам. Тут какая особенность? Здесь насыпной песок. И законодательство опять же запрещает строить на насыпном песке здание сооружения. Надо отрывать его до материкового грунта. Потом там уже вот материковый грунт. И уже на него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы уплотнить водой. Так? Потому что он все равно порыхнет. Вот здесь вот станция, она на антинапор, она пойдет вот линия туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то, еще одна нагрузка около 300 тонн. Вертикальная нагрузка. Ну, я думаю, что строить в Белоруссии в глине было не намного проще, чем на песке. Ну, я думаю, сложнее, потому что здесь вот, видите, зима. Я так замерз. Помните, как мы снимали, когда это там сосульки, да, висели, да, на носу? Да, мы снимаем морозным февральским днем. Поэтому, естественно, здесь проще строить, да. Но, правда, есть другая, там кратность летом жарковато. Но здесь обычно рабочие кадры, это Индия, из Индии, там Пакистан, там других стран, где, ну, жаркий климат, и поэтому они более-менее привычны к жаре. Это нам. Судя по прорабу, и белорусы тоже. Сейчас находимся возле временного склада, где вот сюда уже несколько месяцев назад прибыли рельсы. То есть мы свою работу сделали вовремя? Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рельсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, с более толстой сталью.
и они способны нести больше нагрузку, чем те, да? Ну, мы стоим на фундаменте, или нет, подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже, видите, арматуру возводят. Гостевого дома, где будет штаб-квартира, и наш офис. Это уникальный деревянный дом, экодом, где внутри будет сад, здесь будет сад, пустыня, где кругом песок. Кстати, как я сказал. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и с каждым месяцем в вашей жизни будет наступать новая, более высокая стадия развития. Строй SkyWay! Спасай планету! Dear investors, partners, and viewers of the SkyWay Capital News channel, my name is Dmitry Morocco, and now you will see the next digest of SkyWay video news, in which we tell you about all important events and achievements of the SkyWay group of companies and SkyWay Capital. Today in our release, a delegation of government and business representatives from Georgia has visited the SkyWay Eco Technopark and the production site. The guests were told about the possibilities of using the string transport and shown the production process of the SkyWay transport systems. The General Director of the Dubai Roads and Transport Authority spoke about plans to introduce the SkyWay Dubai SkyPods project into the Dubai transport system. The World Government Summit was held in Dubai from the 10th to the 12th of February. The advanced developments that will determine and shape the future were traditionally presented at the summit. The SkyWay string transport was among such developments this year. We talk about the main trends of the advanced technologies that were discussed at the World Government Summit in Dubai. We invite you to the conference of SkyWay Capital, which will be held in Tallinn on the 3rd of March. Let us focus on these events in more detail. We continue talking about the development of the SkyWay International Cooperation. Recently, a delegation of government and business representatives from Georgia has visited the SkyWay Eco Technopark and the production site. The guests were shown the samples of the rolling stock and track structure, were told about the possibilities of using string transport, and were introduced to the production technology of the SkyWay transport system elements. According to the delegation, the transport technologies are of interest for the Georgian market and can be used in tourism and for creating infrastructure in difficult relief conditions. Besides the possibility of creating a single network of roads that will connect all major cities is being discussed in the country. Soon the SkyWay Information Service will detail you about the visit. Follow our news. Matar Altayer, General Director of the Dubai Roads and Transport Authority, RTA, spoke about the newest plans of this ministry at the ceremony devoted to the 12th anniversary of RTA this year. RTA will continue to implement several strategic projects in support of Dubai's development plans. The ongoing projects are a part of the program Route 2020 on the continuation of the Dubai Metro's Red Line to the Expo 2020 site, as well as road projects in the vicinity of the Expo.
The director of RTE noted that his authority planned to introduce several innovative transport projects in the near future, including Skyway Stream Transport, which is now known in the United Arab Emirates as the Dubai Skypods. Thus, even before practical implementation in the infrastructure of the Emirate, the stream transport is included in the number of urban public transport types and will exist along with Dubai Metro, Dubai Taxi, Dubai Bus, Dubai Tram and Dubai Marine. The World Government Summit is held in Dubai, the United Arab Emirates, from the 10th to the 12th of February. At the summit, the representatives from 140 countries, territories and international organizations discussed innovations in science, technology and global governance. The Skyway Stream Transport was among such developments discussed this year. We are quoting what the leading local media wrote about the project prospects. How about Skyway pods that link the skyscrapers of our cities, meaning there's less traffic, less carbon footprint, less damage to our environment? These Skyway rolling stock samples are on display now at the summit, and how long will it take for them to become as commonplace as taking a riding in a building's lift? The World Government Summit in Dubai, which took place from the 10th to the 12th of February, was attended by former UN Secretary General Ban Ki-moon, Prime Minister of Pakistan Imran Khan, and even actor Harrison Ford. In total, there were more than 4,000 influential people from all over the world. The general topic of the discussion during the summit was technology. From the components of smart city to the impact of artificial intelligence on the status of women in society, the direction of the United Arab Emirates development for the coming years was stated by the Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, who chose an impressive and technological format for his speech. The speech was made by his hologram. In his speech, the Crown Prince spoke about the importance of information technology development for the formation of the future cities. The President of the UN General Assembly, Maria Fernanda Espinosa Garces, urged the summit participants to pay attention to environmental issues. She reminded the representatives of the opposing political forces who gathered at the event about the need to continue the strategy of the Paris Agreement. In his speech, the famous actor Harrison Ford focused on the fact that the solution to environmental problems is the main moral challenge of our time. On the eve of the summit, he released an emotional video in which he urged the guests of the event to join the discussion. You can read about other topics of the World Government Summit in Dubai on our website. Dear investors and partners, we invite you to the Skyway Capital Conference, which will be held in Tallinn on the 3rd of March 2019. In the first part of the conference, you will get to know about the results of the project work in 2018 and about the plans and prospects of Skyway Capital for 2019. The general board members and leadership of Estonia Skyway Capital will answer all your questions about the Skyway project. During the second part of the conference, there will be held a training seminar on the topic Duplication – How to Build a Successful Business. At the seminar, you will get to know what steps should be taken to create a successful business, how to implement a duplicated system of work in each region, how to build a successful and actively developing partnership structure, and much more. You can get to know the details of the conference program and pay for your participation in the SWC personal office. That has been all the news this week. We will follow the development of the key events and will share them with you. Watch us on YouTube and Vimeo channels. Do not forget to subscribe to our groups and social networks. And remember that Skyway is our future already today. I say goodbye to you for now. My name is Dmitry Morocco. See you next time.